До 1 июля общедомовые счетчики на горячую воду и тепло должны быть в каждой многоэтажке. Федеральный закон целиком и полностью возлагает обязанность установки счетчиков на собственников жилья. Если собственники на общем собрании не принимают решение об установке общедомового узла учета, энергоснабжающая организация устанавливает такой прибор сама и предъявляет счет собственникам. Последние обязаны его оплатить. Вопрос, кто будет ставить прибор учета, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, выбор за нами. Но если устанавливает ресурсоснабжающая организация, как прокомментировал директор МУП тепловые сети Алексей Загладин, цены будут выше. В связи с тем, что у тепловых сетей, как ресурсоснабжающей организации, данные финансовые средства, они достаточно будут значительные, не заложены ни в тариф, ни в наличии их нет, то мы будем вынуждены привлекать заемные средства, то есть это банковские кредиты, и впоследствии, в течение определенного времени, это, как правило, будет от 3 до 5 лет, эта нагрузка будет ложиться на плечи тех же самых граждан. То есть дополнительно в квитанции будет еще одна строчка, плата за установку счетчика тепловой энергии, которые жители будут обязаны нам компенсировать. В эту плату, соответственно, будут включаться и процентные ставки по кредитам, и все остальное. То есть все наши затраты, которые мы понесем в связи с установкой этого счетчика на объекте. Нельзя сказать, что в Мурме не озадачились установкой общедомовых приборов учета. Работу проводят и сами жильцы, и РЭО, и те, и другие работают по установке счетчика в любом случае, если на счету у дома есть деньги. На сегодняшний день около 200 счетчиков на горячую воду и тепло уже установлено. По словам РЭО номер 7 Андрея Русакова, в микрорайоне Африка, Владимирское шоссе, улица Кооперативная, уже установлено 23 счетчика и планируется установить 7. На нашем участке установлено 23 счетчика тепловых. Значит, это микрорайон Африка, Владимирское шоссе и улица Кооперативная. Значит, в планах в этом году установить еще 7 счетчиков. То есть, и в итоге у нас в 2012 году из 100 домов будет 30, то есть, 1/3 будет установлена. Какие дома в первую очередь установлены? Счетчики устанавливаются в многоквартирных домах. По капитальному ремонту, то есть производится опрос квартиросъемщиков, и при наличии денежных средств устанавливаются, заказываются приборы, и они устанавливаются. Компания по установке счетчиков только набирает оборот. И важно здесь не оказаться за ее бортом. Потом расходы будут нести либо по счетчику, либо по нормативам, которые еще не установлены. Наталья Безрукова, Александр Пурсуков, Мурманский Меридиан.